вечер. Доброй ночи, Александр. Это я, Игорь. Я вас поздравляю с вашим дебютным первым в вашей жизни включением. Да, ну, дай бог не последнее. Алло! Алло, алло. Пятый, пятый, к седьмому. Мы все вываливаемся. Но будем биться. Это сегодня много камер. Свобода. Плохое напишешь, я тебя убью. Игра была равна. Хотел бы еще что-то сказать, но не буду добавлять. Игра была равна, играли два говна. Ну, сегодня был и наш день. Знаете, что мы опозорились, извините, девушки, обосрались. Попали мы в очень тяжелую ситуацию. Опять же, я говорю, мы проиграли, все вопросы нет. Тут виноват тренер однозначно. Это была жеребьевка. Все нормальные команды тащат там. Полтаву там какую-то вторую там. Еднись, Меднись. Мы Днепр. Мало нам Харькова, Полтавы, Донецка, чуть не. Ко всем нашим приятным отношениям, хорошей жизни, нам еще Днепр. Баба! Туда! Сейчас у нас Запорожье и потом Таврия. Ну, между ними Шахтёр Динамо Киев, это наши железные 6 очков. Когда мы сыграли ничью с Зенитом, я сказал, что у нас осталось 2 игры. И я футболистам сказал, ну эти 2 игры это железные 6 очков. Оно так и получилось. Когда тренируются мои футболисты, когда играют в одно касание, у меня голова кружится. Я просто ухожу, я думаю, да это что, какие-то переодетые, может это не наша команда. Давайте выходим на футбольное поле, начинаем чего-то бояться. К футболистам я отношусь как к детям. Игорь, блядь, почему ты там стоишь, блядь? Вместе с левым кравом должен замыкать дальнюю танку, блядь! Я их люблю. Алло, Валя, блядь! Что ты там ходишь, блядь? Перекинут, потому что ты там должен быть! Ты первый, блядь, там должен быть, блядь! Ходишь там, ёбаный в рот, блядь, рассказывай. Какой бы ни был у каждого характер, я их люблю просто как детей. Впереди, имея одного нападающего, выпустил второго, думал, он нам что-то поможет, он нам поможет, поможет только умереть. Ну, теперь знаю, что с ним делать. Собрал сумку нахер домой. Я их обожаю, я их люблю. Спрашивать будешь меня, а я буду с мат спрашивать. Ты, блядь, блядь, что он играет с ним, блядь? Неужели непонятно? Вы ты его держишь тоже, блядь? То, что он не умеет забить, это уже другой вопрос. Это да, у нас, у меня голова болит от этого. На каждой тренировке, вы думаете, сейчас раздевался, слезарина, по голове кто-то погладил. Да тут же Терехин его сейчас так облаял. Вам Леандро где больше нравится? На позиции левого защитника или правого полузащитника? А еще лучше он сам потанцует. Вообще здорово на карнавале. Сунул свою задницу в ворота, и ему закатили мяч. Так, пистолета нету, чтобы застрелиться. Виселица ничего никто не повесит. Я заштрафую полкоманды. Они не получат у меня то, что я им обещал. Позорься. Женщины сидят, любовницы. Куда ты посол? Куда иди? Я тебе показывал вчера, и все! 5-0, 3-0, 5-0, 5-0. Они ходят, дрочат, блядь, ну это пиздец. Качков ушел с ним, выпивший, 3 дня пили, блядь, и пришли претензии предъявлять, не появились в клубе. Выходите сюда, сука, запорожцы, ебаный в рот, или вы нытики стыкливые? Быстро, блядь! Идите, скажите тем полупьяным придуркам, чтобы они не вмешали мне работу. Ну, в судейском комитете одни и те же люди. Хлопы, гниды, сучки. Там схемы. Там варианты, там кибернетика. Я не могу расшифровать, но я ж не Шерлок Холмс. А вот ноль, посмотрите. Ноль отбора, ноль перехвата. Обыгрышей ноль. Не получается созидание. Садись на жопу, отбирай мячи, получи уверенность, начинай обыгрывать. Как было с Женихом? Говорю, ты Жених, ты конюх, а не Жених. Что говорить? Что говорить? Зачем ты сюда играешь туда? Зачем? Отработай 5 минут на тренировке. Рыгни, я увижу, что ты хочешь. Ну да надал, долбоёб. Вообще, что я могу сделать? Могу Куплев задать? Или скипидара в задницу? Ничего не получается. Дай мне деньги, я вам задачу. Я решу. 30 богато, я за 20. Я клоун. Я же знаю все. Кому дают, когда дадут, сколько, кто получает, за что. Инспекторы, делегаты. Коррумпированный вообще до шнурков, до носков. Вот когда я там, то у меня там что-то, и все. Выходит это мурло до игры в костюме, в галстуке. Свисток, начинает желтый давать, понюхает что-то, опять свистнет. Люди хотят
Вот это! Это просто цирк. У меня были номер как-нибудь. Люди хотят праздник. Тренера, давай, давай красоту, бо мне стыдно. Они плевали мы на твою красоту. Мы пульнем мяч. Там ты попсихуешь, два часа пройдет. Сели на самолет, прилетели, пиво попили. И так каждый день. Я предупреждаю. Последний раз. Слушай, ты, дядя. Если ты через 5 минут не подпишешь, едь в свое Рио-де-Москва и заканчиваем все дела. Надо что-то с Курцяным делать. Если меня убьют, все прочитают, что там написано. Там написано, кому дают, какие клубы дают, сколько дают. Так что поздно убивать. Это будет сенсация. Евро перенесут в другую страну. Футболисты не хотят играть. Они хотят контракты подписывать. 150 тысяч долларов в месяц. Им надо бегать. Ну, бороду отпустит, усы, так ты чё? И бегает он 150 тысяч долларов. Ему надо. Рома, а ты что не хлопаешь?